Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервискар». Приобретай автозапчасти в сети магазинов «Лада Деталь» или «Евразия Автоплюс». Вы получаете скидку на их установку 20% на станции техобслуживания «Сервискар». Выгодное партнерство – надежный автомобиль. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти двоих детей. ЧП произошло в Вязкополянском районе в поселке Красная Поляна. Там загорелся частный рубленый дом. На месте происшествия были обнаружены тела двоих мальчиков. Все подробности в нашей рубрике «Сводка». Пожар произошел 8 марта около 23 часов. В огне сгорели крыша дома, имущество, обгорели стены по всей площади. После ликвидации ЧП сотрудники МЧС нашли на месте тела двух мальчиков, 2 и 4 лет. В настоящее время на месте происшествия работают следователи следственного управления, проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Как выяснилось, в этом доме дети проживали вместе с матерью. Она осталась жива и была доставлена в больницу. Чтобы установить причину смерти детей, назначены экспертизы. Родственники погибшего водителя 14-й разыскивают очевидцев ДТП. Авария произошла 3 марта в 9 утра на 489-м километре трассы Вятка рядом с деревней Даниловка Мурашинского района. По предварительным данным, водитель грузовика КАМАЗ объезжал грейдер, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-14 модели. От удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель «Лады» погиб. Его 19-летний сын и 17-летняя дочь получили серьезные травмы. Если вы стали очевидцем ДТП или у вас есть запись с видеорегистратора, звоните по телефону 8 916 087 85 95. В Кирове полиция разыскивает 17-летнюю любительницу прокатиться с дальнобойщиками. Уроженка Алтайского края Екатерина Воропаева ушла из дома 3 августа прошлого года и до сих пор не вернулась. Полиция предполагает, что девушка может передвигаться по России вместе с дальнобойщиками. Приметы: на вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост 160 сантиметров, волосы темные, длиной до плеч, глаза голубые. Была одета рубашка темно-синего цвета, брюки темно-синие, кроссовки светлые. Если вы знаете, где находится Воропаева, звоните по телефону 102. Михаил Вагин, место происшествия.